Всем доброе утро, ребят. Сегодня я проснулась, я просто в шоке от того, что у нас творится в зале. Сейчас покажу вам. Это вот я вчера все пустила на самотек, отлеживалась весь вечер, чувствовала себя не очень хорошо. Цветы сейчас нужно будет выбросить, уже все, они повяли. Ну хорошо, они простояли с 14 числа, считайте. Хорошо простояли. Это Алисочка у нас играла. Мусорка здесь просто ужас. Актимель купила. Я вчера ходила к стоматологу. Ремонтировали мне зубки вот здесь. Думали, что кариес такой легкий. А когда начали сверлить, оказалось, что глубокий. И, в общем, мне 3 кариеса сразу сделали. Очень долго делали. Я не знаю, у меня так долго потом отходило это все. В общем, чувствовала себя не очень хорошо. Отлеживалась, даже уснула вечером. Представляете, как мне было тяжело. Ну, здесь более-менее. Хотела вообще диван переставить, раздвинуть его. Надоело, что углом стоит. Сегодня у нас пасмурно, темно. Да что такое? Неси сюда. Она сейчас мышку мне эту приносила. Мышка приносит. Я ей бросаю туда, она ее берет и сюда приносит. Хотели сегодня Алису на занятия отвезти, развивающие. Привет, дочь. А у нее горло болит. Леша мне говорит, вчера вечером она кашляла, у нее прям из грудины там вырывалось все. А я-то спала, я не слышала этого всего. Ну все. Синди, вот такие мышку. Дела. Синди. Сегодня дома сидим. О, смотрите. Норковая мышка играет, ей нравится. Ребят, 3 дня уже шью покрывало. Смотрите, я его прострочила. Но не все. Мне осталось вот прямо окантовочкой и подогнуть края. Я надеюсь, сегодня я закончу. Наконец-то уже уберу это покрывало. Начну делать подушки. Но подушки это ерунда. Что там маленькие подушки 50 на 70 сшивать? А вот это самое тяжелое. Просто большое покрывало и маленькая машинка. И кое-как я это все помещаю. В общем, геморрой. Мне нужна машинка больше, Леша. Больше объема. Ты чё, какая? Промышленная. Ты раз в год одеяло шьешь, хватит тебе этой. Ты сейчас сошьешь одеяло, оно будет у тебя лежать. Ну, почему либо... лежать? Я на кровати его, я постираю. Главное, чтобы оно не село, а то, прикинь, сядет, такое малюсечко будет. Но все равно кроватку заправим им. Дело в том, что вот это розовое покрывало с бомбонами. Смотри, оно шерсть ест будет. Да ничего с ней не будет. Потом, а, ребята, она, знаете, что? Что? Глаз оторвала? Ой, это надо убрать. Попу, глаз торчать. Знаете, что случилось? Я же шила, тут у меня нитки были. Синий. Ну, которыми я прошивала синий. Нитки. На пол, видимо, упали. И она их съела. И я смотрю в нее. Леша мне говорит, из попы торчит нитка. Мы потянули. Реально нитка была из задницы у кошки. Это ужас просто. Мне так страшно за нее стало. Ну, вроде все нормально. Все нормально. Прокакалась, да. Так, это покрывало. Сейчас я вам скажу, какой фирмы. Опять у меня спрашивали. У меня в комментариях опять спрашивали. Слушай, это самое короче, популярное покрывало. Это покрывало мы покупали в нашем Табрисе на чекистов на 2-м этаже. Отдел называется Sweet Home. Sweet Home. А давай покажем вот здесь вот еще этикетка где-то есть. У них помимо Табриса еще какой-то адрес есть. Я может знаю. Интернет-магазин есть. Ребят, ну это не реклама, это вот просто мы видим, что людям нравится, поэтому мы два ищем магазина, эту этикетку. Единственное, эти бомбоны Алиса уже все оторвала. Да ну не все. Ну, почти все. Когда маленькая была, ей очень нравилось трать. Вот она этикетка. Я не разрешаю отрывать, я тебе сразу говорю. Вот, смотрите, здесь логотипчик так красиво. И вот здесь, вот, у нас 160 на 2,20. А, нет, у нас 2,20 на 2,30. Софидемарко. Софидемарко. Вот зайдите на этот сайт и посмотрите, а, что у них это есть. У нас в России, что ли, делают? Home Collection называется. Угу. Софи де Марко. Софт де Марко, что ли? Софт де Марко. Давай еще раз крупно покажу. Так, вот смотрите. Софидемарко.ру. Заходите на сайт, покупайте, радуйтесь. Ну, очень хорошее покрывало. Единственное, просто надоедает мне. Я такая вот у нас же еще другого постоянная. Было. У мамы оно белое. Ну, вот. Белое, да. Ну, белое оно потом в серое такое становится. Хотя его стираешь, но потому что, видимо, вот это ненатуральный это материал. Это тоже было раньше ярче. Ярче было, да.
Но розовый все равно более-менее розовый остается. Голубой, мне кажется. Голубой. Саша, у нас этих... у нас много было этих покрывал. Но было же голубое? Было, было. Да. Да. Вот их три цвета всего, по-моему. Классное покрывало. Вот хороший подарок можно кому-то сделать. Они, кстати, не очень дорого стоят. Сколько они стоили? Не, не помню. Это то ли три, то ли около 4000. Ну, очень классно. Очень классно. Они за счет вот этих бомбончиков смотрятся очень красиво. Ладно, что, какие у нас планы на сегодня? А, сейчас покажу вам, ребят, что я купила себе. В общем, купила себе для домашнего использования. Это не значит, что я буду прям все время себе дома делать ногти. Но время от времени, когда нет времени сходить на маникюр, то можно и дома себе быстренько что-то сделать. Ну, просто на форумах смотрю, многие пишут, что вот этой штучкой они спасаются. Это не реклама, я заказывала две разные. Это Бауэр фирма, и еще фирма была на Мэ начинается, на Вилберис заказала. Сейчас покажу вам. Вот этот, кстати, подешевле вышел, чем второй, который я хотела купить. Я еще его не открывала, не смотрела. Но по отзывам очень хорошая штука. Леш, смотри. Ты тоже можешь себе подпиливать, что если такое? Тебе надо. Это машинка такая. Триммер, что ли? Нет, не триммер. Смотри, вот здесь вот разные насадки. Мне надо машинку для бритья. Для бритья? Да. Вон, о, нифига. Ну, это просто ногти подпиливать, там, может, кутикулу что-то с ней делать. Видишь, какие у меня ногти? Я сегодня попробую что-нибудь сделать. Класс. Видишь, у меня есть вот уже отвалы. Короче, ногти, кошмар. Да, подстригать? Ну, не подстригать, подпиливать, Лёш. Ты чё, блин? Вот, смотри. Что такое? Подожди секунду. Сменная. Это сменные насадки. Да. Короче, потом, ребят, посмотрим, что это такое. А, ты на их сайт зашел? Да, ну у них там дофига всего. Серая, смотри, какое красивое. Классный. Если мы сейчас в дом поедем, надо нам с тобой купить. Классный цвет, да? Угу. Но у них на сайте очень много, прям дофига, дофига. Ну, мы там в магазине когда покупали. И ванны. Не, в магазине вообще выбор маленький. Угу. У них тут, смотри, и прям и спальня, и ванна, и столовая. Ну-ка, гостиная. Что в гостиную можно? Мне вот интересно. И там по категориям, смотри, как дофига. Шторы, чехлы для мебели. Ну-ка, давай чехлы. Хотим с Лешей купить чехол для дивана в доме, когда будем жить. У них кожаные диваны. У нас кошка просто бешеная, ребят. Вот они, эти чехлы, я тебе про них говорила. У нас кошка просто бешеная. Мы хотим купить чехол, чтобы нам потом, ну, не пришлось платить за диван. И вообще, в принципе, неохота, чтобы, короче, она испортила диван. Надо на сайт залазить и смотреть. Класс. Ну, дофига всего. Я залезу, я это люблю. Так, ребят... Ну что такое? У меня вообще очень много покупок через интернет. Я никуда не хожу, честно вам скажу. С этим пледом я просто засела дома. Я вышла из дома только вчера к стоматологу. Неделю сидела дома. И как-то даже вот с этим пледом я просто вот запарилась, честно вам скажу. Я решила для себя, что нужно что-то выбирать одно. Либо работа, либо съемки. Либо творчество. Потому что как только я начинаю заниматься творчеством, то мне уже не до работы. Поэтому заканчиваю плед, покрывало, подушки и все, ребят. И больше я этим заниматься не буду. Нет у меня на это времени. Так, попробую сегодня эту штуку. Ох! Ребят, показываю вам свою коллекцию лаков для ногтей. У меня их очень много. Я... Если честно, даже не знаю, показывать или нет, потому что, ну, это тяжеловато, если честно, будет показать все сразу. Покажу вам свой самый любимый, сейчас я его найду. У меня их очень много. Люблю вот такие лаки. Ну, так, от случая к случаю. Так, сейчас найду. Вот это мой самый любимый лак. Очень мне нравится. Вот этот нравится. Призматик. Синди, не плачь. Сейчас покажу вам очень классные лаки. Фирмы, которые мне очень нравятся. Ребят, вот это Sally Hansen Insta Dry. Очень крутые лаки. У них очень плотное покрытие. И бывает даже достаточно одного слоя. Очень крутые. Ну, это я показываю для тех, кто не любит делать гель-лак, ши-лак, кому
Ну, кто бережет свои ногти. Я вот последнее время тоже ногти свои стала беречь, потому что одно разочарование от маникюра, который делают в салонах, если честно. Это драйв, у них очень много. Ну, устает немножко. Ой, ой, ой. Бесится, прям в ней столько энергии, это вообще что-то. Я грамотку сначала наверх на подушке поставил. И мышку бросил, она в нее прыгнула и вместе с этой кроваткой вот так вот перевернулась, она на ней сверху, и она лежит, короче, там внутри. И все, и выбраться-то не может. Подошел, перевернул, нога лежала такая, раз на меня. Хулигашка наша. Ой! Слушай, Спайдермен, блин. Синди. Ну, сумасшедшая кошка. Правильно писали в комментариях, что не для всех порода. Ну, у нас уже есть. Будем привыкать, но мы ее учим. Мы с ней строго разговариваем. Если она косячит, я его так вот беру ее за шкурку, за шкирку. И говорю, нельзя, нельзя. Но она... Умненькая девочка, вот, умная. По крайней мере, она вот, что мне понравилось, что она вот уже привыкла к тому, что мы все спать, и она спать. Да-да-да, мы все приучили ее. Все спят, и она спит. Угу. Я утром просыпаюсь, она просыпается, раз на меня смотрит. Проснулся или нет? Да, и ждет, встаю я с кровати или нет. Ребят, сейчас Леша хочет вам рассказать, чем он занимается. Рассказывай. Уже месяц он сидит за этим занятием, да, Леш? Ну да, это уже месяц точно. Уже на второй раз пошел. Просто я первый раз, короче, сделал, теперь перепроверяю себя и нахожу много того, чего я пропустил. В общем... Я собрал все наши жесткие диски со всех компьютеров, все наши внешние жесткие диски. Все скину вот на один жесткий диск. Новый купил. Да. Я восстанавливаю полностью весь наш видеоархив с 2015 года. Мы в 2015 начали снимать, да? Да, в конце 2015. То есть, по сути, мы уже 5 лет снимаем видео для Ютуба, да? В этом году нет. Больше. Меньше. Меньше? Ну, если мы в конце 15-го начали, то в этом году будет 5 лет. Угу. Вот. Вот представляете, сколько мы на Ютубе. И сколько видео всего, скажи, там, тысяча сейчас... есть? Тысяча видео или нет? Нет, тысячи нет. А, ну это влоговых нету, а если с детскими, то, наверное, есть, да? Если с детскими, то думаю, что да, по-любому есть. Угу. Если с моими челленджами, если с моими и твоими влогами, если с Алисиными всеми видео и на русском, и на английском языке, я думаю, даже будет больше тысяч. Ничего себе. Представляете, какой объем работы? А вы говорите, бездельники, ничего не делают. Да, попробуйте и тысячу видео снять. Внимание, внимание, всем, кто хочет смотреть наши старые видео, сейчас появился на Фейсбуке, появилась страничка. Страничка под названием М. Ванили. И на эту страницу будут добавляться все наши все удаленные, видео, все которые удаленные, YouTube удалил. Все старые, да, потому что по правилам у YouTube там очень жесткие. Мы удалили правила. Больше 100 видео, насколько я помню. Очень много. И здесь будут влоги идти именно по порядку. То есть здесь влоги будут чередоваться... Юлины и мои, то есть когда-то Юля не снимала, по хронологии. А снимал я, да, хронология будет полностью восстановлена и будет все полностью идти, и потом из Мили Ванили будет все перерастать в ванильную семью, то есть да, потихоньку да. Влоги, то есть они полностью будут по сегодняшний день как бы, ну, хронология идти. Да, вот, ребят, наша страничка. Еще, кстати, мы завели канал на Яндекс.Видео, да. Яндекс.Эфир, да, по-моему, называется. Видеохаб. Нет, видеохаб это ты добавляешь, а сам сервис называется Яндекс.Эфир, и там тоже есть наш канал, но он немножечко попроще, чем на Фейсбуке, но туда тоже будут по хронологии добавляться видео, но не все, у Яндекса очень серьезная цензура, и многие видео он не пропускает, например, да. Видео про аварию, кое-как Леша добавил, да. Когда мы в аварию попали. Вот, поэтому давайте, ребят, подписывайтесь на Facebook, кто любит наши видео, кто не может найти наши старые видео, если вам что-то интересное из нашей жизни, мы ничего не скрываем, вот, добавляйтесь на Facebook. Всех ждем, всем рады. Вот, ищите. Мы банили. Все. Да что она орёт там, похоже, какать хочет. Синди, ты где? Синди?
Моя хорошая, ты где? Иди ко мне. Иди ко мне, мышка. Да я знаю, ты или писать, или как? Да, да, да. Ребят, приучила ее. Приучила эту мышку на свою беду. Ношу на руках ее. Когда мама рядом, она со мной ходит в туалет. Давай, давай. Когда меня рядом нет, когда двери закрыты в нашу комнату, то Синди нормально ходит в туалет. Алиса у нас купается. Пришлось переставить лоток. Синди на Алису отвлекается. Давай, давай. Так плакалась сильно. Давай. Он все-таки в туалет хочет. Умница. Алис, потише, пожалуйста. Ты что там легла-то? Ты что, Синди? Алиса, тихо. Ребят, не буду вам показывать. Синди покакала. Все хорошо. Она не просто так орала. С легким паром, доченька? Я тетя Поля. А Синди все интересно. Это ж вода манная. Я курица твоя. Я тоже сходила в душ, мылась, искупалась. Так, что я хочу вам показать. Я заказала через Wildberries 2 пилинга для лица, гель с катком. Вот это у нас корейский, по-моему. А это японский. И вот этот японский, он очень пахнет химически. Мне не понравилось. Но у него была очень классная упаковка. А у этого упаковка была, знаете, такая сомнительная. Я даже думала, брать, не брать. Но потом открыла, смотрю. Ну, она сомнительная была, знаете, из-за чего? Из-за того, что в Wildberries очень часто упаковки мнутся, портятся, когда доставляют продукты, товары людям. Вот. Ну, я открыла, прямо в Wildberries открыла. Посмотрела, там была такая защитная мембрана. И решила все-таки взять. И не зря взяла, очень классно. Вот этот скатка очень классный. Нейтрально пахнет, хорошо очищает кожу. Кожа становится нежной. Мне он подошел идеально. Вот этот под вопросом, у него такой химический запах резкий. Но очищает примерно так же, как вот этот гель-скатка. Оставлю его, пусть будет. Еще совсем недавно я вам показывала, что купила набор Клиник для очищения кожи. И он, представляете, мне не подошел. Он совсем мне не подошел, хотя он идет для комбинированной кожи. Мне, оказывается, нужен совсем другой набор. Я зашла на сайт Клиник, посмотрела по... Там можно выбрать по типу кожи, что подходит, и вот этого набора там вообще не было. Я заказала то, что мне нужно, а этот набор мне нужно куда-то пристроить, либо выбросить, но мне очень жалко его выбрасывать. Посмотрите, как много средства. Ребят, я хочу, чтобы Леха показал вам свой дезик, потому что, ну, он стесняется, говорит, не показывай меня. Раздетого. Вот такой дезик он использует, очень классный, от него вообще не пахнет ничем. Он просто нейтральный, да, Лёш? Ну да, и не потеешь. Еще и не найти его. Ты, ну, в Таприсе брал, да? Там, да, больше там нет. Кончились. Лея называется. Леа, Лея. Так, мужики знают, что брать. Лёша сейчас поедет за коробками. Хочу оборачивать. Ну не бери тогда, я буду монтировать видео. Монтирую в iMovie, ребят. Кто не знает, вот десятый раз уже говорю. Такая вот программка iMovie. Снимаю сегодня на iPhone 10. Конечно, качество с iPhone 11 не сравнить. Но так как телефон сегодня занят, то снимаю на 10. Разницу вы, конечно, почувствуете. Привет, моя хорошая. Что ты съела? Что ела? Вытери личико. Вытери. И полотенце унеси в стирку. Алис, что у тебя вся кофта какая-то желтая? Что ты ела? Ничего я сегодня... Ты апельсинку ела, что ли? Нет. Ну, это же грязная кофта. Тебя папа одел в грязную кофту? Она у тебя еще в чистом белье грязная кофта лежала? Странно, я не знаю. Давай, снимай, дочь. Нет, нет, нет. Алис, переодевайся. Я тебе дам пандочку от этих штанов. Дармен. Вот это одевай. Здесь тоже желтые пятна. Это что такое вообще? Я не знаю. Что ты ела? Я сегодня ела только котлетку или папу. Да? Ты умница. Ну давай оденем тогда пандочку, она точно чистая. Да, порошочком пахнет. Еще купила себе репейное масло для волос. Хочу на корни наносить. Надеюсь, что оно не сильно вонючее. Не люблю, когда от волос пахнет вот всякой такой, знаете, травкой. С одной стороны вроде полезно, а с другой стороны аромат не очень. И смешаю с Moroccan Oil. Еще на Wildberries вот такое мыло заказала. Вообще сейчас все заказываю через Wildberries. У меня там хорошая скидка. Приходит все быстро.
Ребят, волосы реально становятся лучше с каждым днем. Не буду красить. Пусть отрастают. И длина, смотрите, уже до плеч. Прям я рада. Нормальный запах. Думала, хуже будет. Правда, я не чувствую почему-то это масло на голове. Не знаю, сколько я лью. Наугад как-то. Так, и Moroccan Oil. Вот так оно выглядит. Я его обычно растираю в руках, чтобы оно тепленькое стало. А, как вкусно пахнет. И наношу на волосы. Пока мокрые, оно лучше распределяется, и потом волосы не выглядят жирными. И как сосульки. И самое главное, кончики хорошо обработать. Так, сейчас еще покажу вам еще, что я делаю. Дары природы маме присылали средства для кончиков волос. Тоже пользуюсь. У меня два разных, жижиба и органа. Сейчас покажу. Вот такие штучки. Последнее время пользуюсь органом, не нравится, потому что вот так вот делаю, смотрите. Правда, многовато я взяла, поменьше можно. И тоже растираю в руках. И вот так вот кончики делаю. Лешиной бабуле вчера отправила посылку с мазями для суставов, разогревающие мази при простуде. Ей понравилось, просто я ей как-то отправляла одну баночку со средством, с таким вот смазью. Ей понравилось, она мне позвонила, поблагодарила. Нам же не трудно, мы с Лешей взяли, еще заказали ей. Вот, посылочку отправили. Дары природы очень хорошие продукты делают. Сказала Леше купить 20 коробок, потому что везти вещей придется много. Ребят, мы все, конечно, из этой квартиры забирать не будем. Будем жить на два дома. Возьмем только самое необходимое, то, что нам нужно каждый день. Одежду я всю забирать не буду. Только то, что ношу. Смотрите, какая длина уже. Помада Bepanthen. Вчера у стоматолога мне в рот вставляли такую штуку огромную. И до сих пор у меня болят вот здесь уголки. Так что нужно помадкой мазать заживляющий. А то невозможно просто. Я разговариваю и чувствую, что у меня губы болят. Так, все волосы пусть сохнут. Новая туалетная вода. Libre или Libre. Чуть-чуть ее достаточно, прям иначе сильно будет пахнуть. Еще вот так сделаю. Пусть пахнет везде. Ребята, напишите в комментариях, у меня красивая амурка или нет. Красивая, дочь. Все, Лисичка будет с распущенными волосами, пусть они сохнут до конца. Мама, а я подписана на этот канал Рискос. Вискас, а не рискас. Рискас. А у нас Синди, а когда мы забирали Синди из дома, это мы же ее забирали, мы ее не взяли из приюта. Из чужого дома, да? То что? Нам дали вот такой корм. Вот. Да, они кормили кошку Вискасом. Так, ребята, я очень обожаю кошечек, потому что они такие лапочки. И вот они бывают игривые, бывают не игривые. Короче, они всякие. На любой вкус и цвет, и всякое такое. Все правильно. Так, ну что, ты покушала. Волосы мы с тобой причесали, умылись. И эндермен и кошечка стали дружить. Давай с тобой позанимаемся, пока светло. Садись за стол. По вот этой книжечке позанимаемся. Это сначала. По вот этой позанимаемся. Кстати, у меня спрашивали, кто автор этих книжек. Сейчас я покажу вам.
Буланова «Мазаник». Это вот эта книжка. А вот эта книжечка у нас идет. Она очень классная. «Обучение чтению». Где она? Я ее обожаю. Это моя самая любимая. Но у нас где-то... Олеся Жукова. Но у нас где-то была синяя книжечка. Синяя — это азбука была, да? Мы буквы учили с тобой. Но я ее не люблю, потому что там очень сложно. А вот, вот эта книжка, она... Удобная, вот, да, для она, чтения? Она вообще вся игровая форма. Ну, вот это как бы средняя. Да, это здесь... больше общеобразовательная. Здесь потому что все идет. Вот, смотрите. И математика, буквы. И все. Сейчас. Математика. Прописи, наклейки здесь, ну вот, смотрите. И еще у нас накопились домашние задания, это с развивашки с Алисиной, тоже будем сейчас их делать. Короче, посмотрим. Ну, много я тебя, конечно, загружать не буду. Завод, завод, бензина, забор, забор, ко. Комар. Я не люблю комаров. А кто их любит? Никто. Только они сами себя любят. Да. Сама решает задание. Да, доченька? Угу. Какое ты сейчас решила? 10. Ой, 7+3 = 10. Молодец. Сейчас Леша покажет, как он заваривает чай, облепиха, лемонграсс и лайм. У нас спросили в комментариях, как он это делает. Мы сейчас покажем. Он, правда, просто облепиховый делал, но в последнее время делает вот именно такой состав. Лайм, лемонграсс и... Эй, эй, воришка, давай сюда. Так, сейчас отдаст. Смотрите, в Табрисе у нас продается мираторговский чай, облепихивая с имбирем. Он как бы готовый уже к употреблению. Да, здесь есть инструкция. Либо вы можете заварить его в ковшике, да, в кастрюльке на 600 мл воды. Либо просто вот в обычном заварничке. Вы просто вываливаете сюда, заливаете кипятком и немножко, ну, прожимаете вот через эти соты, да, прожимаете облепиху. И получается очень вкусный чай. Сахар добавляет каждый себе по вкусу, как хочет. Я сегодня хочу приготовить, как готовил на этой неделе. На этой неделе я брал обычную облепиху, добавлял туда лемонграсс и... Лайм. Дай, пожалуйста. Орешни, пожалуйста, лайм. Я возьму одну. Хорошо, я порежу тебя. И лайм. Угу. Лайм просто мы режем пополам и, соответственно, покажи. Отжимаем. Можно его. Мне? Покажи. Сейчас все покажу. У меня сейчас кипяточек заварится. Давай, лайм мытый. Я тебе сейчас... Тебе одну дольку, да, сделаю? Да. Подожди, осторожно. Куда ты понесла? Подожди, я хочу так. Вот, вот твоя долечка. Нет, я такой ем. Нет. Ладно, окей. Продолжаем. Мы отожмем половину лайма. Он очень ароматный, нам хватит. То ножиком открой. Ты все хочешь? Конечно. Вот так вот у нас это выглядит. Все. Видите, там кусочки имбиря. И сейчас мы для того, чтобы нам получилось поароматнее, мы вот так вот нарежем, как на том-ям. Я на этой неделе том-ям готовил, вот у меня остался. Дальше я не пойду, вот это не ароматный, самый аромат это вот именно вот самые корешочки. Вот это давай уберем, некрасиво. Убираем. Тут вопрос не в красоте. Добавляем кипяточек, и сейчас надо ягодки немножко отжать. Лайм, этот лайм? Лайм позже, в конце. Лайм же он что нам придаст аромат? Его же кипятить не надо, чтобы не было горечи, правильно? Эй, Леша! Вот так я готовлю. Классный повар, да? Давай аккуратней. Не, ну вы не подумайте, Юля за мной не моет, я мою сам потом. Ну, давай оставим, пусть покипит. Угу. Можем прибавить, вот, чтобы закипело быстрее. У нас плита-то классная. Но быстро у нас все кипятит. Вот у нас закипело. Сейчас минутки 3 пусть покипит хотя бы, чтобы аромат нам начал лемонграсс давать.
все, мы отожмем лайк. Так, ну что, заключительный этап. Отжимаем лайн. Можно не отжимать, можно прям дольками просто бросить. Нет, просто отожмем. Я просто говорю для зрителей, как можно сделать. Я так не хочу, я так не люблю. Я вот отжал. Вкус добавится. Ой, аромат какой пошел от лайма. Летом можно подавать холодным этот напиток со льдом. Обалденно будет. Вот и все. Просто подходим и пьем. Кому сколько надо, кто сколько хочет. Спасибо, любимая. В принципе, здесь где-то примерно 3-4 порции. Ну, смотря какими порциями пить-то, конечно. Угу. Спасибо, Саня. За что спасибо? Я тоже буду. Всем пока-пока. Пока-пока. Так. Вот такие коробки купил Леша. Еще он купил пупырчатая пленка для заворачивание хрупкого, скотч. Синди прибежала уже посмотреть. Все, будем собираться. Завтра, наверное, начнем. Сегодня уже не хочется этим заниматься.